50 евро? Мелочь, конечно. Ну да ладно. А вот интересно, а есть ли такие собаки, которые бы могли меня и накормить, и озолотить? Здравствуйте! Это программа «Планета собак». США, Калифорния, 2007 год. Фермеры Джон и Мэри объезжали территорию своего ранчо. Они обсуждали, что делать с долгами. Несколько месяцев назад семья взяла ссуду в банке, чтобы купить новую технику и удобрения. Но год выдался засушливым, и практически весь урожай пропал. Вместе с Джоном и Мэри была их собака, дворняжка по кличке Спарки. Именно пес не только спас своих хозяев от разорения, но и сделал их миллионерами. Про такие города, как Орвьето, принято говорить «сонный». Здесь, в провинции Умбрия, большинство людей просыпаются поздно, а ложатся спать рано. Тут, как и по всей Италии, перед обедом наступает небольшое оживление, которое сменяется обязательной сиестой. Такой образ жизни с недавнего времени получил статус международного движения, которое называется «Медленный город». Его целью является улучшение качества жизни за счет замедления темпа этой самой жизни. Сейчас официально никуда не спешат жители 168 населенных пунктов по всему миру. Мне приходилось и раньше бывать в таких местах. Магазинов там немного, но вот небольших отелей и ресторанчиков в избытке. Ну и, конечно же, центр такого города должен украшать старинный собор. Кафедральный собор Орвьето – главная достопримечательность города. Это вообще жемчужина Умбрии. Это сооружение строилось 300 лет, начиная с 12 века. Над ним трудились 20 лучших архитекторов того времени. Расписывали гении Возрождения – Лука Синьорелли, Беато Анджелико. Ну, а вот эти вот кованые ворота были здесь поставлены относительно недавно, в 1962 году. На них изображены 7 главных добродетелей человечества. И заметьте, утешение символизируют собаки. Кстати, о собаках. В нескольких километрах от Орвьето находится замок Сизмано. И там нас ждет очень интересная встреча. Здравствуйте! Бонжорно! Здравствуйте! Дорогие друзья, прошу любить и жаловать. Джиневра Брутти Либерати Сан Миньотелли Корсини. Так полностью зовут этого человека. Ну, а в простонародье просто маркиза. Маркиза, спасибо вам огромное, что вы пригласили нас в Италию, что мы имеем возможность познакомиться с вашими собаками. Представьте нам, пожалуйста, этого красавца. Это, наверное, тоже какой-то маркиз? Да, это Бафино. 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 Бафино, здоровайся с Григорием. Бафино, бонжорно. 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 Бонжорно, Бафино. Какой же ты красивый, а? Ну, прям как твоя хозяйка. Маркиза, можно ли посмотреть ваш замок? Он такой красивый, необычный, старый. Конечно, пойдемте. Друзья мои, пошли на экскурсию. Это мой родовой замок. Мои предки купили эти земли в 1607 году. Не так давно я переделала замок под гостиницу. К нам приезжают люди со всего мира. Мы очень любим принимать здесь гостей. Особенно мы рады людям, которые приезжают к нам со своими собаками. Это замечательно, так как они составляют компанию моему Бафино. Бафино – представитель породы итальянских охотничьих собак. Их здесь называют сегуджо, то есть гончая. Вы, наверное, заметили, что при входе на частную территорию или публичные места нередко можно увидеть знаки, запрещающие что-либо. Иногда среди них встречается и перечеркнутый собачий силуэт. Но в замке Сизмано его нет. Братья наши меньшие здесь могут передвигаться без ограничений. Эта церковь была построена в честь святого Андреа Корсини. Святой Андреа Корсини был моим предком. Он был монахом в монастыре города Фьеза во Флоренции. Эта церковь была построена в XVIII веке. Тогда же здесь и появилась эта фреска.
На ней изображены святой Андреа, который представляется святому Франциско и Богородице. Посмотрите, там нарисован еще и замок, в котором мы сейчас находимся – Сизмано. Почитают в храме замка Сизмана и святого Антония. Его считают утешителем всех униженных и оскорбленных. А еще он покровительствует всем домашним животным. Один раз в год мы отмечаем здесь праздник святого Антония. Он у нас очень почитаем. Его статуи есть во многих местных храмах. Этот святой жил в городе Падуя. Он является покровителем всех домашних животных. И раз в год люди приходят к нему со своими домашними любимцами. Они привозят не только собак, но и кошек, хомячков, рыбок, в общем, всех. Кстати, в 1990 году Папа Римский Иоанн Павел II, блестящий проповедник и богослов, в одном из своих выступлений признал, что у собак есть душа, и разрешил им заходить в католический храм. Как оказалось в Сизмано, это правило действует уже почти 400 лет, и этому есть документальное подтверждение. А это наше генеалогическое древо. По нему видно, что в моем роду были кардиналы, папа, был даже святой. Но для меня здесь особенно важна вот эта надпись. Здесь изображена собака и написано, что этот символ посвящен всем собакам, которые во все времена сопровождали членов нашей семьи. Сопровождали собаки своих венценосных хозяев в основном, конечно же, на охоте. Бафино, несмотря на свою принадлежность к роду гончих, полям и лесам, предпочитает уютное кресло в хозяйской гостиной. Но на псарне у маркизы есть кому его заменить. Здравствуйте, бонжорно. Бонжорно. Меня Григорий зовут. Кристиан Исидори. Кристиан Исидори. Как мне его отрекомендовала маркиза Джиневра, один из лучших кинологов, который занимается охотничьими собаками в Умбрии, а может быть и в Италии, я не знаю. Кристиан, спасибо огромное, что вы нашли для нас время. Скажите, пожалуйста, а можем ли мы увидеть охоту с собаками, как она происходит здесь у вас в Умбрии? Да, пойдемте. Пойдемте, замечательно. Пошли, мой хороший. Друзья мои, нас ждет восхитительная, изумительная по красоте картина, захватывающее зрелище, потому что две легавые собаки в поле – это песня. Так, давай! Кристиан, а каковы вообще здесь особенности этого региона Умбрия, ну, в плане охоты, охотничьих угодий? Это прекрасное место для охоты. Здесь есть два типа дичи, мигрирующие, постоянные. Постоянно здесь фазаны и перепела, а к перелетным относятся пикассы. Это маленькая птичка, охотиться на нее сложно, но очень интересно. Я получаю огромное удовольствие, когда выхожу со своими собаками в поле. Мне не нужно стрелять птицу, мне важно увидеть хорошую работу собак. Это очень эстетично. У меня складывается ощущение, что четвероногие охотники исполняют какую-то собачью тарантеллу. Очень быстро и красиво. На подходе, пока собаки птицу не подняли, расскажу, почему они называются легавыми, эти собаки. Да потому что в средние века, когда еще не существовало огнестрельного оружия, вот с такими собаками охотились следующим образом. Они находили стайку птиц и вот таким вот образом замирали. Потом подходили охотники с другой стороны, закидывали на эту стайку сеть. А для того, чтобы собака не попала в эту сеть, она ложилась. Отсюда и пошло название этих собак – легавые, от слова «лежать». Друзья мои, ну что, охота у нас получилась бескровная. Собаки счастливы, мы с Кристианом тоже, и птичка не пострадала.
традиции королевской охоты живут и поныне во многих регионах. Зачастую объектом такой охоты являются редкие виды птиц и копытных животных, как правило, но далеко не всегда. Меня в Италии интересовала так называемая «тихая охота», в которой тоже принимают участие собаки. Но чтобы поучаствовать в ней, мне пришлось отправиться в соседний регион – Тоскану. Фермер остановил машину на краю выжженного солнцем поля. Пока он осматривал потрескавшуюся почву, его пес Спарки зачем-то начал усердно рыть землю рядом с засохшим деревом. Когда хозяин обратил на собаку внимание, Спарки выкопал уже приличную яму, в которой фермер обнаружил 3 глиняных кувшина. Они оказались битком набиты старинными золотыми монетами. Если вы говорите, что были в Италии, но при этом не посетили Тоскану, значит, Италии вы не видели. Так утверждают тосканцы. И надо сказать, что я с ними солидарен. Этот регион Италии славен фантастическими по красоте пейзажами, местной кулинарией и гениями, которые в разное время родились здесь. Америго Веспуччи, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте Алигьери – всех перечислить невозможно. Но мой путь лежал на родину Джованни Боккаччо, в маленький городок Чертальдо. Кстати, вот в этом доме 700 лет назад и родился классик. В общении итальянец всегда поймет, что перед ним уроженец Тосканы. Потому что жители этого региона в разговорной речи меняют букву «К» на «Х». Вот, например, дом по-итальянски «каза», а тосканец скажет «хаза». Топай до хазы. Ну и топаю. Но прежде чем я добрался до интересующей меня хазы, я заглянул в местный монастырь. Он знаменит тем, что здесь на протяжении 30 лет в крошечной келье жила святая Джулия. Говорят, она могла обходиться практически без пищи. Я, честно признаться, так не могу. Поэтому и отправился в местную кулинарную школу. Здравствуйте. Бонжорно. Здравствуйте. Меня зовут Григорий. Меня зовут Джозепина. Джозепина. А я вас много слышал. Джозепина Пиццалата является владельцем кулинарной школы, которая специализируется по готовке трюфелей. Вообще, это уникальное место. Вообще, трюфели, надо сказать, что их можно заполучить только в двух местах. Или же на всемирных аукционах, где они стоят каких-то бешеных денег. Либо в здешних лесах. Джозепина, скажите, пожалуйста, а вы где берете трюфели? Неужто на аукционах? Мне нет необходимости ходить по аукционам, поскольку у меня есть муж. Где? Он доставляет на нашу кухню трюфели. Но эти грибы невозможно найти без специально обученной собаки. У этих собак уникальное обоняние. Они могут найти трюфели даже глубоко под землей. У моего мужа как раз есть такая собака. Муж и собака ищут этот деликатес, а я учу людей его готовить. К семейству Пиццалата мне посоветовала обратиться маркиза Сан-Минетелли Корсини, у которой мы гостили в Умбрии. Жозепину и ее мужа она отрекомендовала как лучших специалистов в своем деле. Жозепина, скажите, пожалуйста, а где я могу найти вашего мужа? У нас есть небольшая ферма, где мы держим собак. Мой муж Луиджи находится там постоянно. Он очень любит собак и постоянно возится с ними. Если он вам нужен, то, я думаю, вы найдете его на ферме. И я отправился на ферму. Ну, я, кажется, пришел по адресу. Здравствуйте, бонжорно. Вы Луиджи? Луиджи, меня зовут Григорий. Привет, тебя послала моя жена? Да, меня к вам послала ваша супруга. Я тебе покажу всех своих собак, с которыми я ищу трюфели. Надо сказать, трюфели могут искать собаки практически любой породы. Мора, метис лабрадора и лагота романьоли. Это итальянская порода. Это прекрасная, очень общительная собака. У нее прекрасное обоняние. Она очень хорошо работает. Луиджи, а можно ли посмотреть, как происходит охота на трюфели? Sì, a voglia.
Еще бы. Мы завтра можем выехать рано утром, и я тебе покажу, как эта собака ищет трюфеля. Ты испытаешь удовлетворение, когда увидишь, как она ищет. Зачем пес по кличке Спарки начал рыть яму на краю высохшего поля, так и осталось загадкой. В найденных собакой кувшинах оказалось более 1000 золотых монет достоинством 5, 10 и 20 долларов. Все они были отчеканены в США в 19 веке. Клад прекрасно сохранился. Общая стоимость находки составила 1 миллион долларов. Тоскана – удивительно красивое место. Именно здесь находятся сады Боболи, галерея Уффици, дворец Медичи. Я искренне восхищаюсь шедеврами архитектуры и искусства. Но в тот момент, когда мы шагали по лесной тропинке с Луиджи и этой милой псиной по кличке Мора, уж простите меня за приземленность, но меня интересовали исключительно трюфели. Луиджи, да, мой хороший, а где все-таки скрываются эти грибы? На специальных курсах, которые организуются для людей, желающих искать трюфели, учат, как можно найти эти грибы. Ориентиром, как правило, служат растения. Вот, например, белый трюфель найти сложнее, чем черный, потому что он может расти непосредственно в корневой системе деревьев. Но бывает, что его можно найти еще и рядом с корневищем различных кустарников. У нас здесь много всяких растений. Если ты не знаешь, где искать, то никогда не найдешь. А вот черный трюфель растет почти всегда рядом со средиземноморским дубом. Это вечно зеленое растение мы в Тоскане называем лечо. Так, и что вот здесь? Ты уверена? Ты уверена? Браво. Дове Лила? Браво. Ты уверена? Май, пидел сай. Здесь? Дове Лила? Ну. Вот он. Эквий. Аспет. Май. Интересно, с одной стороны запах очень сильный, специфичный, пряный, сладкий. Вообще очень тяжело описать. Здесь больше сырости. Да. Да, мы хорошие. А вот эта земля имеет такой пряный запах. Честно скажу, сложная работа. Вот даже здесь земля имеет такой специфичный запах. Фантастика. Вот то, что называется, слов нет. Луиджи, а с чего все началось? Я, как и любой тосканец, немного диковат. Я люблю наши леса, поля, а город я не люблю. А что касается поиска трюфелей, то эту страсть мне привил мой дедушка. Он забирал меня из школы, и мы шли в лес искать трюфели. Это было здорово. У моего дедушки была собака, которая помогала нам. Она была очень азартной. Таких же собак начал со временем держать и я. Это так интересно, какой собака найдет гриб. То ли совсем маленький, то ли огромный. Когда я понимаю, что собака нашла очередной гриб, то в этот момент я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Я очень азартный человек. Надо сказать, что азарт – основная черта характера тосканцев. Мне лично это нравится. Здесь люди все делают от души. Радуются, грустят, любят, ненавидят. Все искренне, по-настоящему. Вообще, вот правда, что поиск грибов – это тихая охота, потому что, когда мы только сюда спустились в лес, ну, азарта, если честно, у меня как такового не было. Но вот сейчас мы нашли сначала один гриб, потом второй, третий. Я чувствую, что что-то уже вот меня толкает дальше. Тени. Сейчас Луиджи все время говорит: Качелила. Кач, это ищи, где? А Лила, давай, крошка, малышка, давай. Ну давай, моя хорошая, давай, ищи. Интересно, что трюфели подчас нужно откапывать достаточно долго, потому что гриб может скрываться на глубине до 50 сантиметров. Очень интересная манера поиска. Собака распутывает запах, как клубок ниток. Нету метания влево-вправо, хаотичных движений. Собака прихватила запах внизу, поднялась по этой запаховой дорожке и четко показала, где находится гриб.
Это белый трюфель, и он пахнет сильнее. Мы называем его скарсоне. Он очень сильно пахнет. Ай, молодец! Ай, умничка! Вы посмотрите, собака отдала мне трюфель. Браво! Между прочим, это отличительная особенность. Вообще, почему начали использовать собак, а не какую-то другую животину, которую использовали раньше, предположим, коз или свиней? Да потому что очень часто свинья, мало того, что, да, съедала этот трюфель, молодец, давай я тебя похвалю, умничка, мало того, что свинья съедала этот трюфель, так еще забрать у нее этот ценный гриб была настоящая проблема. И, между прочим, свинья могла запросто откусить и пальцы охотнику, да. А собака, ну собака, что говорит, собака, да. Да, ну золото. Золото, а не зверюга, да. Золото, золото. Между прочим, мыши – это первые враги охотника за трюфелями. Ну, они, конечно же, питаются этими грибами, но, в принципе, грызуны не очень приятны тем, что они на своих лапках переносят запах гриба. И собака может просто запутаться в том месте, где много мышиных нор. Вот она. Ой, божественный запах. Это черный трюфель, не тот белый, разницу видишь? Он даже меньше пахнет. Он еще не совсем белый, не зрелый. Любовь к собакам отдельно. Любовь к кулинарии отдельно. Деньги отдельно. Друзья мои, я сейчас держу в руках самую малость, примерно 100 евро. Дивно пахнущую и очень вкусную. А я могу вот сейчас здесь сам поискать трюфели? Нет? Нет, кто угодно это делать не может. Эта деятельность лицензируется. Чтобы собирать трюфели, надо отучиться на специальных курсах. Там рассказывают, как правильно искать трюфели. Потом сдаются экзамены, только после этого вам выдают лицензию. Но даже если у вас есть разрешение на сбор трюфелей, это ничего не значит. Вы не сможете успешно работать так, как вы здесь чужой. Меня часто просят рассказать, как я ищу трюфели, но я никому не рассказываю. Это моя семейная тайна. Эти знания передаются только по наследству. Это наш семейный бизнес. Andare a fare tartufi. Poi un tipo come te non te lo danno di certo. Ох уж эти тосканские холмы. Сверху все так красиво, чисто, зелено. А здесь на самом деле такой густой подлесок. Грязно, сыро. А вы себе представьте, что Луиджи во время сезона охоты проходит так 10 километров. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Нет, она фатар туфи. Конечно, что не говори, трюфели – это вещь прибыльная, стоит хороших денег. Но если бы вы знали, как тяжело, когда иногда не хочется вставать в 5 часов утра, потом тащиться бог знает куда. Эти грибы растут частенько и на скалах, и за ними бывает, что приходится карабкаться по отвесной стене. Я несколько раз падал со скалы, чуть не утонул в горной речке. Это на самом деле сложная работа. Вы знаете, когда собака плохо работает, просто бегает, не ищет, то все это становится неинтересным. Но когда собака четко знает, что делать, работает азартно, то этот азарт придается и тебе. Собака тебя заводит, тащит в лес. В этом случае ты видишь результат своей работы, и на душе у тебя становится хорошо. Друзья мои, у нас сегодня получился удивительный день. Мы нашли раз, два, три, четыре, пять. Да какая разница, сколько грибов мы обнаружили? Мы получили заряд бодрости, хорошего настроения. Увидели эту прекрасную Тоскану и попробовали ее на вкус. Но самое главное другое, мы познакомились с этими удивительными собаками, которые не являются машинкой для печатания денег. Это прежде всего друзья.
Об этом нужно помнить. И это главное. США, Калифорния, 2007 год. Семья, нашедшая клад, решила сохранить инкогнито, чтобы не допустить золотой лихорадки на территории своих владений. Для интервью супруги представились Джоном и Мэри. Все дела они ведут через фирму, представляющую интересы нумизматов. Почти весь клад фермеры продали, на память оставив только три монеты, одна из которых украшает ошейник везунчика Спарки. –